Видео быстрого оленя. О любви и мечтах, которые сбываются. А также о спорте и отдыхе. Воскресные дни. Привет, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня Колин. Вот такие вот красивые тапочки нам будут. Метать шары. Следующая Лана. Музыка для чемпионов. Волшебный шар. Хорошо, хорошо еще. Давай, 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 давай. Вот так. Вот так играет чемпион. Так, это Оля. Чемпионы на старте. Вот так вот. Вот так вот. Александр. Настрой и вперед. Вот так вот надо. Один остался. Ну, теперь нужно выбрать счастливый шар. Внимание, сконцентрироваться. И пошел. Ура, чемпион! Не готов. Много людей. Весело, интересно. Давайте с нами. И вот наши олимпийские надежды. Они здесь. Они снова с нами. Ух ты! Красота! Фигуры высшего пилотажа. Какой русский не любит быстрой езды? Сегодня мы катаемся на тюбингах. Сейчас съедем пару раз. Пошли. Сноутюбинг. Перед тем, как съехать с горы, нужно сделать красивую фотографию. Теперь нужно выбрать для катания вот такой вот шарик. Ты выбрала самый мягкий? А зачем тебе мягкий нужен? А какой надо? Жесткий надо, чтобы катиться быстрее. Да? Конечно. Такой шарик. И весело, с песнями мы едем в гору. Вот так мы едем. Только не вниз, а вверх пока. Как они тут? Устроились хорошо. Мягко вам? Много снега, веселая музыка. Ух, как мы сейчас поедем. Вот так вот. И вот так. Опс. И еще одна. Вот так вот. Высоковато, однако. Чемпионка. Одна девушка. А после хорошего катания можно скушать вкусную пиццу. С Новым годом! С Новым годом и с Рождеством! Тайчики шоколадные, да. С ромом, с ликером и с виски. Здорово! Ура! Ура! Вы такие фишки! Вечерело! Вот они, чемпионки! Чемпионки тьюбов! Вот так около костра можно погреться. Да, приезжайте сюда. Это место называется Snow Valley. На парковке места нет, но нам повезло. Нужно приготовиться.
одеть вот такие вот ботиночки. Это серьезная подготовка. Готовы к получению удовольствия? Нужно поставить лыжи и приобрести билетики. Конечно, нужно выбрать трассу. Трассу сложности. Она бывает и синенькая, и зелененькая, и черненькая. Билетики приобретены. Теперь можно идти кататься. Открытие сезона. Январь 2012 года. На старт. Внимание. Марш, поехали. Мастер-класс. Ух! Приезжаешь на Сноу-Валли и попадаешь в сказку. Вот так вот. Опс! Красное солнце. Скрип снега. И умелые лыжники. Вот он как рассекает. Ты не смотри на меня. И высокая скорость. Съезжать так. Так. И вот так. Упс. Здорово. А я вас ждал, стой. А я в лес заехал, и там были... В лес? Да. Там можно, там есть трейл, где люди делают. Там направо я спрыгнул, меня выпошли, меня не пустили, сказали, без шлема нельзя. Как вам здесь? Хорошо, только к вечеру уже стало холодать. Это классно. Народу зато меньше к вечеру. Вот, но ножки будут болеть. Солнышко постепенно садилось. А лыжникам и лыжницам одно удовольствие – скатиться с горы. Эге-гей!